Мяу, дружище, я Китик, и у меня для тебя есть очень крутая новость. Разработчик Chicken Gun наконец-таки начал делать обновление. И у меня есть для тебя слив нового обновления Chicken Gun. Смотри ролик до конца, ставь лайк, подписывайся на мой канал с колокольчиком. Погнали, не буду тебя тянуть, погнали. Как ты можешь видеть, это скриншот из магазина со скином Китика, то есть меня, ну или же кошечки. Это мой скин, я считаю, потому что он тоже фиолетовый, тоже кошечка, и это очень круто, я считаю. Я обязательно его куплю в первый же день обновления. Это еще не все, помимо этого скина в магазин нам добавят очень много разных крутых предметов, машин и так далее и тому подобное. Сейчас вы видите те самые уменьшающие порталы, которые теперь каждый может использовать на любой карте. Ну а это вообще здания, которые ты сможешь поставить и сможешь построить свой собственный город. В конце этого ролика, если ты досмотришь до конца, ты узнаешь, как посмотреть самому на это обновление. Вот так, к слову, выглядят все здания, которые у нас добавили. Братан, но это не самое интересное. Нам наконец-таки добавят новый режим рейсинг со своей собственной картой. Мы будем гонять с другими игроками круги на время. Я сейчас просто в самом настоящем шоке. Я так рад, что наконец-таки скоро выйдет обновление. Как самому посмотреть на это обновление сейчас? По ссылке в описании и в моем телеграм-канале. Подписывайтесь туда и смотрите.